Ненецкий округ стремится уйти от роли сырьевого придатка к позиции динамично развивающегося региона, который знает свои преимущества и умеет использовать их с умом. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин на встрече с руководством Агентства стратегических инициатив. Стороны обсудили включение округа в рейтинг инвестиционного климата субъектов России и участие региона в инициативах ОСИ. Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Северо-Западном федеральном округе Игорь Девятко выразил уверенность, что Ненецкий округ может не только участвовать в рейтинге инвестиционного климата, но и заявиться с очень высокими показателями по ряду пунктов. Он отметил, что в нашем округе используются механизмы проектного управления, что позитивно влияет на результаты. Это подтвердил и глава региона Игорь Кошин. Мы действительно стремимся уйти от роли сырьевого придатка к позиции динамично развивающегося региона, который знает свои преимущества и умеет их использовать с умом. Наше налоговое законодательство – одно из самых либеральных в стране. Сейчас внедряются проекты по 5% ипотеке, развитию туризма, государственно-частного партнерства в сфере услуг. Стороны обсудили участие округа в международной программе популяризации профессионального образования WorldSkills и развития предпринимательства в социальной сфере. Игорь Кошин предложил ассоциации сделать на территории округа пилотный проект в рамках одной из инициатив агентства. Игорь Девятко предложение поддержал.